Набережная улица, по которой мы сегодня гуляем, не раз и не два становилась героиней художественных произведений. И в этом нет ничего случайного. Смотрящая на Волгу, она много видела и слышала. И так и просилась в какой-нибудь роман или хотя бы в повесть. И самарец Алексей Толстой не стал упорствовать и впустил ее в первую часть трилогии «Хождение по мукам» в роман «Сестры». Смотрите программу «Город. История. События» на телеканале «Самара ГИС».